стационарное отделение главного ковидного госпиталя региона идет выписка очередных выздоровевших. Среди них и Александр Глухов. Его история болезни чуть сложнее, чем у соседей по палате. Начало было типичным. Слабость, температура, КТ, пневмония, красная зона. Лечение под присмотром медиков быстро давало эффект. Готовились к выписке, но планы изменила обострившаяся онкология, метастазы и перитонит. Пришлось срочно оперировать. Я являюсь инвалидом первой группы по онкологии. И мне нельзя, мне кажется, было просто прививаться. Очень сильные боли начались. И вот мне сделали операцию. Я очень благодарен врачам. Вот отдельно всем спасибо. Главное коварство коронавирусной инфекции в возможном обострении сопутствующих болезней. В таких случаях без хирургического вмешательства порой не обойтись. В красной зоне больницы Середавина только в эти дни 10 пациентов проходят восстановление после экстренных операций. Мы оперируем почти каждый день. Оперируем абдоминальную патологию, оперируем очень много сосудистые проблемы, сосудистые заболевания. Тромбозы, эмболии. Во-первых, операция проводится в тяжелых условиях, в специальных костюмах, в очках. Оперировать, выполнять многочасовые операции – это очень сложно. Экстренные операции больным с коронавирусом хирурги выполняют под чутким присмотром реаниматологов и инфекционистов. Одни медицинские манипуляции не должны отменять других. Положительные результаты – это слаженная и выверенная работа специалистов, а также прогрессивное оборудование, объясняют врачи. Благодаря этому ежедневно из госпиталя выходят очередные выздоровевшие. На сегодня в регионе их в общей сложности более 126 тысяч человек. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.